Более 100 человек безработных встретились с экономическими агентами на ярмарке вакантных рабочих мест в Чедерлунге. На встречу пришли те, кто ищет работу, желает переобучиться или намерен сменить место работы. У меня проблема с ногой. Я не могу устроиться на работу. В швею я не могу из-за того, что мне нужно без конца стоять. Мне невозможно. Я училась на повара. То же самое на ногах. И вот не знаю, куда обратиться, чтобы вот помогли найти работу. Не тот возраст, когда идешь к работодателю, и тебе быстро вот, могут дать работу. У меня просто маленькие дети, и меня график работы во многом не устраивает. А так работы вроде нормально. И, естественно, зарплата. Если будет чуть больше, то лучше. У меня сложный вопрос. Я болею и нахожусь на группе, и еще одна болезнь добавилась. Поэтому, в принципе, наверное, близко к... Работодатели предоставили полную информацию о социальных пакетах и условиях труда. Но слабая подготовка соискателей работы вызвала сомнения у экономических агентов. Очень строгое законодательство, особенно что касается нарушений в торговле. Оно чревато десятками тысяч штрафов, поэтому нам нужны люди подготовленные, а таких нет. Требования и языковые, и профессиональные, и человеческие качества. И стаж работы еще нужен, чтобы опыт работы был. Представители агентства занятости населения признают, что предложения не соответствуют спросу. Трудоустроить граждан с каждым годом становится все труднее. Требуются электрогазосварщики, требуются водители, требуются дворники. То есть рабочих специальностей достаточно много. Планы, конечно, нам доводят большие, но их очень сложно стало выполнять. Планы трудоустройства, планы по обучению, общественные работы идут у нас. Но сейчас трудоустройство тяжеловато идет, потому что у нас предприятия почти очень многие закрылись или почти не работают, еле-еле, новых работников не берут. А обучение тоже очень сложно идет, выполнение плана, хоть они не очень большие, но наши люди ехать в Кишинев не очень хотят на учебу. Многие даже категорически не хотят ехать в Кишинев, потому что в основном группы идут на молдавском языке. На ярмарке рассматривалось более 100 вакантных мест от 24 экономических агентов. Все вакансии остались открытыми. Рабочие места есть, а работы нет.